Лилия Гатина покинула пост начальника Челнинской налоговой инспекции. Об этом сообщает издание «Бизнес онлайн» со ссылкой на собственные источники. Известно, что Гатина сменит работу. По одной из версий, она трудоустроится в соседнем регионе. С начала года в Татарстане заведено 27 уголовных дел по факту дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Всего же за указанный период были пресечены 34 попытки дачи взятки инспекторам ДПС. В Республиканской госавтоинспекции напоминают, что патрульные машины оснащены видеорегистраторами как внутри, так и снаружи. В четверг, 31 мая, руководитель следственного отдела Набережных Челнов Камиль Халиев проведет прием граждан по вопросам нарушения прав дольщиков. Встреча пройдет в здании Следственного комитета по адресу 4712. Записаться на прием можно по телефону 470630.